Мы верим твердо в героев спорта. Нам победа, как воздух, нужна. Ну что ж, дорогие, давайте заниматься спортом, потому что началась весна, все мы хотим выглядеть прекрасно, все мы хотим выглядеть в тонусе. Ну и, конечно, мы приглашаем вас на модный эфир, который посвящен спортивной одежде, которую мы будем включать в наши повседневные тотал-луки. Ну что, вы готовы? Я хочу вас познакомить с прекрасными моделями нашими сегодняшними. Итак, встречайте, красавица, наша чемпионка, спортсменка Кира. Так, далее иду. Конечно, сейчас вот эта маленькая красивая модель сама представится. Диляра же, да? Дилярочка, мы узнаем все о Диляре и что она любит. Ну и, конечно, встречайте, красавчик Виктор. О чем я вообще хочу сказать, что я хочу донести? То, что сейчас, в этом часе, вы подбираете не только спортивную одежду для себя, но и для своего мужа, для своего молодого человека, для своих детишек. Я начинаю, ну что ж, давайте, поехали. А начнем-ка мы с маленького представителя нашей сегодняшней чудесной компании. Присоединяйтесь к нам, задавайте любые вопросы, конечно, связанные с модой, со спортом. Итак, обратите внимание, в чем сейчас наша Диляра, да? Мы, скажем так, привносим спорт в массы, мы хотим, чтобы наши дети очень удобно себя чувствовали вот в такой одежде. Ты хочешь начать, я смотрю, с кроссовок. Слушай, я тоже на них глаз положила, рекомендую всем нашим зрителям. Ну, во-первых, что впечатляет здесь детей, это то, что, собственно, кроссовки при каждом шаге еще и у нас светятся. Ну-ка, походи-ка, Диляра. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Итак, далее, знаете, дорогие мамочки, если вы сейчас подбираете грамотную, удобную, комфортную обувь, я скажу, что вот в этих кроссовках съемная стелька. Вы всегда можете ее постирать, да, вы можете ее вынуть, просушить при необходимости. Ну и, конечно, декор. Все девчонки любят быть яркими, любят быть красивыми. Вот как вы себя выражали в школе? Я вот именно так, какими-то яркими акцентами в своем образе. Вот посмотрите, здесь очень красивый, подойди-ка сюда, здесь очень красивый текстиль, вот такой вот металлизированной ниточкой, смотрится очень красиво. Более того, здесь не шнурок, здесь, смотрите, резинка. Как ты надевала? Тебе удобно было надевать эти кроссовки? Да. Удобно. Ну и, конечно, зафиксировали мы еще все липучкой. Супер предложение. Успевайте, пожалуйста, как заказать такие кроссовки. Вы просто кликаете на товар, видите уже там скидку и, собственно, добавляете в свою корзину. Супер предложение. Ну что ж, рассмотрим уже твой свитшот и твои брюки. Давай присядь-ка, сделай хотя бы нам там несколько каких-то спортивных предложений. Ну, вставай, ладно. Итак, обратите внимание на свитшот. Он по размеру идет, ну, такой оверсайз, как вы уже обратили внимание, да, посмотрите, по длине очень комфортный, и, собственно, можно даже еще и с укороченными леггинсами носить. Вот посмотрите, рукав удлиненный, также Дилярочка его делает 3/4, оттенок красивый, белый, сразу же освежает. Ну и, конечно, подай, покрутись. Тебе удобно? Тебе комфортно? Да. Да, да, комфортно. Далее обращаем внимание на брючки. Очень хорошее качество. И посмотрите, здесь они около щиколотки на резинке. Это говорит о том, что вот они сразу же, да, смотрите, по ножке как хорошо садятся. Выше щиколотки. Сейчас что модно? Сейчас модно как раз-таки показывать щиколотку не только во взрослой жизни, но и в детской. Поэтому успевайте. И вот уже пишут, да, классные, классные кроссы. Я согласна. Красивые кроссовки. А вот они заряжаются, они на батарейках. Заходите в ячейку товара, читайте всю основную информацию. Действительно, кроссовки суперские, вы разберетесь, я думаю, потому что здесь и текстиль очень красивый, но самое главное — съемная стелька. Ну что ж, Диляр, пойдешь переодеваться? Может быть, что-то хочешь уже взять с собой и примерить?
Давай посмотрим, что тебе нравится. Ну, конечно, чем ярче, тем эффектнее. Давайте перейдем далее. Так, забираешь, да? Может быть, еще рюкзачок какой-нибудь заберешь? Не хочешь, да? Ну, давай, переодевайся. Ну что ж, думаю, что мы подойдем к Виктору. Что же у нас сегодня выбрал для себя Виктор? Во-первых, смотрите, на контрасте красивым футболка оранжевого цвета. Вы знаете, не бойтесь оранжевого цвета, потому что сейчас все стилисты и самые модные масштабные дома модные заявляют о том, что вот такой оранжевый, такой апельсиновый является классическим цветом, вторым черным. И посмотрите, как он комбинаторно смотрится, да, и как раз-таки вот с этим свитшотом здесь у нас на молнии, да, свитшот, очень красивая такая ткань, в рубчик интересного качества, двойная, да, здесь под карманы, у нас карманы глубокие, покажи-ка, Виктор, насколько они глубокие. Ну да, действительно, прекрасное предложение. Что поместится? Телефон точно поместится. Телефон поместится, какие-то документы, да. Мне нравится, что как раз-таки вот у этого свитшота молния полностью, да, то есть мы всегда можем делать уже такую многослойность, да, как раз-таки надевать на футболку, расстегивать полностью, да, не до конца молнию застегивать. Ну и, конечно, друзья, добавляйтесь к нам, добавляйтесь в чат, задавайте вопросы, может быть, вы даже сами порекомендуете, что вы хотите увидеть на наших моделях. Давай поговорим о брюках. Смотрите, здесь прямой крой. Мне нравится, что внизу брюки мужские на манжетах. Это сейчас очень модно, очень актуально. Собственно, и мужчинам показывают щиголот, потому что мужчин тоже, как выяснилось, в 21 веке щиколоткой красивы. Далее, давай покажем, что здесь у нас пояс на кулиске. Всегда зафиксируйте. Вот ты как любишь больше на талии носить? Нет, чуть-чуть на бедрах, да, чтобы так посвободнее они были. Ну и здесь, обратите внимание, у нас еще и карманы на молнии. Очень удобный и комфортный, мне кажется, демисезонный такой вариант. Да, просто классный. Ну что ж, кроссовки у нас остаются с тобой, да? Посмотрите. Тоже на контрасте, да, белый, черный, серый, здесь вот дышащая такая основа, очень здорово. Кстати, как ты любишь носить кроссовки, на голую ногу или все-таки на носок? Вот именно такие. Ну, короткие носки. На коротенький носочек, да, то есть сейчас это актуально. Ну и давайте посмотрим в профиль, потому что здесь такая очень гламурная подошва, сейчас все молодые люди, собственно, любят вот именно такой акцент в обуви. Ну что ж, вот Анна Матвеева говорит о том, что у меня не все товары отражаются в списке. Перегрузите, пожалуйста, свое приложение, посмотрите повнимательнее, все должно показаться. Так, мы забыли, что у Виктора сзади еще и крутой рюкзак. Давай-ка быстренько его расстегнем, потому что у нас очень много предложений. Во-первых, здесь две ручки. Как ты считаешь, две ручки для чего? Вот как мужчина? Ну, это удобно перехватывается. Да. Ну и, конечно, посмотрите, очень много карманов, внутри еще молния. В общем, 33 отделения, как любят мужчины. И, знаете, это не только рюкзак именно в спортзал, да, на тренировку. То есть повседневный лук просто идеален. Ну что ж, Виктор, мы тебя провожаем, но, надеюсь, буквально на несколько минут, потому что такая красота должна быть целый час с нами. Кира, ты в самом крутом цвете сейчас, ментоловый. Ну, посмотрите, какой он невероятно красивый. Итак, что выбирает сегодня наша Кира? Обратите внимание, это, конечно же, леггинсы. Далее идет вот такой топ, да, с удлинением на рукавах. И, конечно, завершает свой образ Кира супер просто бейсболка. Я обожаю такие вещи. Давайте посмотрим на бейсболку. Вы всегда можете зафиксировать ее сзади. Есть замок. То есть, если вы, например, любите с распущенными волосами или с хвостиком, всегда зафиксируйте. Вот тебе самой нравятся бейсболки? Как часто их носишь? В основном, когда бегаю. В основном, когда бегаешь. А я чаще ношу бейсболки, потому что они сейчас очень актуальны даже с классическим пальто. Вы, например, надеваете классическое пальто, бейсболку, джинсы, кроссовки, и вы просто в ультра-тренде. Давай посмотрим на леггинсы. Мне очень нравится то, что они, знаешь, облегают твои ноги, вот как вторая кожа. Твои ощущения. Вот ты уже тут у нас тренируешься. Да, у меня была возможность
да. В них очень комфортно, нигде не тянет, не жмет. Угу. И растягиваться тоже очень комфортно. Ну и при этом вот если ты присаживаешься, да, то есть у тебя швы не попадают в кожу, не больно совсем, это очень важно. Вот при тренировках, например, йогу вы да, практикуете, какие-то растяжки, я думаю, супер, ну и для бега. А вот в жизни, например, погулять вечером, тоже можно выйти в парк с животными, я так думаю, что тоже идеально подойдет. Посмотрите. Обращаю ваше внимание, что здесь еще и швы очень комфортные, да, вот швы у нас прострочены идеально, тоже они, собственно, нигде не впиваются. Так, ну что же, вот меня уже и узнали, это ведущая Shopping Life. Ну, здесь у нас не телемагазин, а Екатерина, здесь я уже другая. Итак, ну что ж. Надо кепку брать, очень дешево в аутлете была дороже. Да, бейсболка сейчас красивая, еще и вот такого ментолового красивого цвета. Да, кепка сейчас тренд, если вы не знали. Ну вот я, собственно, об этом и хочу сказать, да, что бейсболку забирайте просто вот так вот для себя в свои тотал-луки идеальные, потому что действительно она и в классическом образе будет идеально. Ну и, конечно, поговорим вот об этом, да, топе, который здесь с удлинением идет на рукава до плеча. Также швы очень комфортно сделаны, чтобы нигде не терлась. Мне, конечно, очень нравится цвет, сочетание цвета. Ну что ж, Кирочка, мы тебя ненадолго отпускаем и переходим к Диляре. Диляр, ты такая яркая, красивая. Слушай, что тебе в твоем образе больше всего нравится? Я думаю, что, наверное, опять кроссовки или твой просто суперский рюкзак, да? Посмотрите. Так, опять мы смотрим на кроссовки, да, то есть они, конечно, очень яркие, как раз девчонки обожают, когда вот действительно такие яркие акценты. Скажи, в каком ты классе? В первом. В первом классе. Я думаю, что, собственно, ну, в школе разрешают в таких ходить или до школы? До школы? Ну, как сменная обувь, да, до школы дошли, красиво. Ну, давайте посмотрим. Здесь еще такой перламутр очень красивый, но вся фишка, конечно, вот в этих вставочках. Да, как посыпка такая на десерт, они еще там шевелятся, очень здорово. Ну что ж, здесь у нас, посмотрите, липучки, фиксируем ножку. Комфортно тебе в этих кроссовках? Да. Ну и, конечно, обратите внимание, то, что вы сейчас еще и видите такой вот спортивный костюм. Обратите внимание, что насыщенного такого, да, малинового цвета очень прикольно смотрится. Свитшот удлинен слегка, и, конечно, вот этот вот здесь еще и принт, также на контрасте, да, очень красиво смотрится. Ну что ж, пишут нам, да-да-да, кто-то бегает по улице, кепка, класс. Ну, Кать, не разочаровывайтесь, всякое бывает. Кроссовки красивые, но дорогие, но посмотрите, пожалуйста, скидку, зайдите, пожалуйста, как раз-таки в ячейку товара. Идем далее. Давай посмотрим твой классный рюкзак, потому что он действительно заставляет обращать на себя внимание. Очень вместимый. Здесь у нас такой переход, красивый цвет, градиент, да, ну и, конечно, символ любой девочки – это корона обязательно должна быть. Конечно, различные карманы. Здесь есть еще и карман на молнии, возможно, для пенала, для еще каких-то ручек, заметок. Посмотрите, здесь даже фурнитура. Фурнитура очень красивая, еще и… вроде бы, так-так-так, мы сейчас посмотрим, ощущение такое издалека, что была с инкрустацией, но ощущение такое, что уже тут корона, уже о многом говорит. Расстегиваем, здесь все по традиции у нас, для книг, для каких-то вещей, если вы, например, еще и водите в музыкальную школу, в художественную школу, все здесь очень вместимо. Ну, конечно, супер предложение, очень красиво смотрится, поэтому, конечно, сейчас и последующий час вы получаете скидку, спешите. Я смотрю, ты на что-то еще положила глаз, да, что хочешь выбрать? Давай. Что, выбирай, ну-ка. Давай, давай, может быть, какие-то вот эти кроссовки выберешь, потому что они тоже с определенной фишкой.
Посмотрите, пока наша Диляра выбирает кроссовки, я хочу сказать о том, что вот этот свитшот и брюки действительно очень понравятся вашим деткам, потому что очень здесь приятный материал, натуральный материал и устойчив к изнашиванию, это самое главное, не теряет свой цвет этот костюм, этот свитшот, это брюки даже при многочисленных стирках, это очень здорово, поэтому, конечно, смотрите, присматривайтесь. И делайте своих детей счастливыми. Ну что ж, мы тебя провожаем. И вот он, Виктор. Виктор, куда собрался? На пробежку никак, а? Конечно. А ты вообще пробежки любишь, предпочитаешь в шортах делать? Да, в шортах. Ну, если холодно, то, конечно. Ну да, а вот если, например, ну это уже весна, лето, а почему? Ну, все-таки удобно, да, при беге. Конечно, свободно. Да, давайте посмотрим на как раз-таки, можно так сделать, да, мне, да? На шорты цвет хаки. Мне кажется, один из самых любимых мужских цветов. Неважно, какого оттенка, в серый ли оттенок, в зеленый ли оттенок, все очень смотрится супер. Здесь еще у нас пояс на резинке, а внутри есть кулиска, которая фиксирует? И здесь просто... Есть. Вот она, кулисочка, очень классно смотрится. Вообще легкая очень ткань, обеспечивает такой превосходный комфорт, долговечность. И обратите внимание, что здесь есть внутренняя сетчатая подкладка. Она, именно она, вводит влагу и увеличивает воздухопроницаемость. Вот почему Виктор любит бегать в этих шортах. Да? То есть в них, если и потеешь, все равно влага выходит. Да, это очень здорово. Так. Тут вообще, конечно, такой идеальный монохром, да, оттенки серого. Кстати, серый цвет в 2021 году самый популярный по версии Института цвета Pantone, поэтому, конечно, присмотритесь и сделайте своего мужчину супермодным. Так, что ты выбираешь? Ты выбираешь еще и ветровку, ведь она тоже у нас необычная. Здесь такой тоже легкий материал с влаговыводящими свойствами, да, давай посмотрим. Да, действительно, он такой приятный. И, конечно, эта ветровка вашего мужчину будет защищать от непогоды, то есть она тоже отталкивает воду, и при этом не жертвует воздухопроницательностью, да, это тоже очень важно. Смотрите, эта ветровка на такой длинной молнии, очень хорошо, всегда можем зафиксироваться, да, скрыться от ветра, от непогоды. Знаете, что еще в этой ветровке есть? На спине лазерная перфорация. Это тоже дополнительный, вот такой вот, дополнительная такая вентиляция, большой плюс. Боковые карманы, все идеально. Поэтому смотрите, присматривайтесь. Ну что ж, а мы переходим к Кире. Ты идешь примерять на себя какой-то другой образ. Знаете, я что хочу сказать, дорогие наши зрители? Если вы хотите какой-то создать свой образ, напишите, пожалуйста, нам в чат. И, собственно, мы оденем наших моделей так, как вы захотите. Может, вы предложите свой какой-то стиль. Ну что ж, вот футболка супер, да, футболка действительно крутая. Где вы ветровку такого качества за 850 рублей увидели? Да, действительно, что хочется сказать про ветровку, она идеальна. Там и ветер, и влагозащита хорошая, еще и перфорация на спине. Ну что ж, Кира, тебе вообще очень идет этот коралловый цвет. Смотрите, благодаря вот этому свитшоту, да, можно создать такую многослойность. То есть здесь не дополнительная футболка, здесь она вот в таком, собственно, свитшоте сделана очень хорошо. На контрасте здесь кулиска, которая идет у нас как раз-таки вот в этот глубокий капюшон, покажи, тоже очень хорошо, удобно, комфортно. Так, Станислав напишет, синтетика голимая, я сомневаюсь, что в ней комфортно заниматься спортом. Ну, Станислав, знаете, вот сейчас сама попробовала руками, ну, качество хорошее, действительно. Так, давайте посмотрим, мы поговорили про многослойность, очень красиво смотрится, здесь еще и разрезы по бокам, смотрите, как стильно. То есть, Кир, я так полагаю, что именно вот в этом свитшоте мы можем еще и в повседневной жизни себя чувствовать хорошо, да? Да, при этом, смотрите, если мы надеваем отдельно футболку, то это всегда какой-то дискомфорт, футболка может подниматься, а здесь такая многослойность. Это, конечно же, здорово. Ну и вот эти спортивные брюки, лампасы, всегда у нас играют на удлинение ноги. Здесь у нас манжет в конце
ножки, да, то есть тоже мы всегда можем подрегулировать длину. Это, кстати, идеально, манжеты на брюках идеально для девушек-красавиц небольшого роста, например, как я, потому что действительно хочется сразу же подобрать и не бегать еще и по ателье ушивать. Далее, что у тебя здесь на поясе? Давай посмотрим. Здесь у нас тоже такая кулиска, да, и также ты ее, собственно, и фиксируешь. Ну что ж, заходите, выбирайте, знакомьтесь. Кстати, стильный, очень комфортный костюм, который вот как раз-таки идеально справляется с эффектом многослойности. И весь день в таком костюме можно находиться, ездить в какие-то поездки, в машине, если вы едете на машине много часов, да, в другой город, к примеру. Идеальный вариант. Так, у нас уже готова Диляра. Что же выбирает Диляра? Так, ну что же, говорящая тетка симпотная. Вот, друзья, ну ваши комплименты, они просто нереальны. Ну классные, да, так меня еще никто не называл, но прикольно. Ну что ж, Диляра у нас ученица первого класса. Знаете, сразу хочется обратить внимание на кроссовки, которые она выбрала. Смотрите, во-первых, очень красивый здесь цвет. А во-вторых, как они застегиваются, да, давай расскажем, как они застегиваются. Вот если вы, давай покажи ты, вот все-таки ты же будешь их надевать и снимать. То есть, да, крутится, вот когда крутится эта шайбочка, да, она фиксирует вот эти зажимы по ноге. Можно как его крутить, так, как удобно. Да, можно крутить как удобно, а потом мы делаем, значит, а как мы их снимаем? Вот сейчас мы тебе их затягиваем. Вот смотрите, мы их затягиваем. А теперь обратно давай. Так, так, так. Сейчас разберемся. Привет из Калмыкии. Привет вам тоже большой. Вот Светлана правильно говорит, да, предыдущий костюм, который выбирала у нас Кира, и на прогулку, и на дачу, спортзал, везде будет удобно, да, я соглашусь с вами. Вот она фиксация, ты зафиксировала на удобно на ножке своей. А, ну, конечно, прикольная тема, мне нравится. То, что оригинально, без каких-либо шнурков, это супер, конечно, предложение. Что здесь? Да, здесь еще есть такие полосы. Вот смотрите, при выборе размера именно вот этих кроссовок ориентируйтесь на английскую размерную сетку. Собственно, Adidas не указывает российский размер на коробках. А здесь у нас кто? Ну-ка, ты же разбираешься в мультиках. Это у нас кто здесь? Так, я тоже не знаю. Может быть, наши телезрители знают. А, это Эльза, это холодное сердце, да? Ну что ж, давай посмотрим дальше, что у тебя еще интересного. Снизу вверх мы сейчас будем переходить. Далее у тебя вот такие брюки, но они выглядят как леггинсы, да, наверное, скорее всего, это и есть леггинсы. Здесь наверху на резинке, ух ты, какая фиксация при этом, посмотрите, эластичность очень хорошая. Давай поправим здесь, просто не успел, наверное, поправить, да. Не тянет тебе, не давит на живот. Это очень здорово, потому что резинка широкая, как раз-таки вот для девочек, давай поднимем так, очень удобно, да. Вот, ну, никто не любит, когда резинки в живот упираются. Здесь, посмотрите, какой комфорт за счет того, что эластичная резинка и широкая. Очень хорошее сочетание здесь, посмотрите, цвета такой пудрово-розовый и темно-серый, такой графитовый цвет, очень ярко смотрится. Ну и, конечно, безусловно, это демисезон. Далее идем выше, и у нас для вас вот такой великолепный свитшот. Качественный трикотаж. Поднимешься, покажешь? Так. Вот, кстати, леггинсы твои уже понравились Анастасии, пошла заказывать. Поговорим о свитшоте. Как тебе он? Теплый, да? Хороший, на манжетах. И тут выделены буквы. Да, здесь буквы на английском. Take your dreams seriously. Да, относись к своим мечтам серьезно. Вот у тебя есть мечта? Наверняка есть какая-то мечта, да? Какая у тебя мечта? Скажешь нам? Ты к ней ведь серьезно относишься? Или ты веришь в то, что мечту лучше держать при себе, не озвучивать, чтобы она исполнилась? Да, именно так. Ну и поговорим о рюкзаке. У нас сейчас очень много предложений для вас. 61 предложение по скидкам. Пожалуйста, заходите, спешите.
Рюкзак, смотрите, другой, нежели предыдущий. Здесь совершенно другая ткань, он очень легкий. Ощущение такое, что он такой воздухопроницаемый, да? И, конечно, цвет, от которого не может не отказаться, собственно, любая девочка. Кстати, Adidas изготавливает и одежду, и кроссовки, и рюкзаки из таких материалов, которые созданы из переработанного пластика, который собирается у прибрежных зон океана. То есть мы с вами еще и вступаем вот в эту экологическую, да, защиту в борьбе за окружающий мир вместе с Adidas. Это очень здорово. Мы тебя отпускаем, если хочешь что-то еще возьми, может быть, какие-то кроссовки тебе понравились, ты еще не примеряла здесь, да, вот беленькие, например, очень стильно смотрятся, да, давай на контрасте, а то мы с тобой все яркие выбираем, давай однотонные. Вот у нас, конечно же, и Виктор пожаловал, посмотрите, какой на нем прекрасный свитшот лимонного цвета, очень красиво смотрится, и это у нас Puma. Да, Puma, которую вы сегодня можете приобрести со скидкой. Так, 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 давай поговорим об этом свитшоте, потому что он действительно очень классный. Во-первых, здесь карманы кенгуру, да, всегда, всегда можно убрать телефончик сюда. А надень, пожалуйста, капюшон, посмотрим, он же тоже с фиксацией здесь. Худи, прекрасный худи, очень красиво смотрится. Вот такой вот декорированный принт, очень стильно смотрится, да, и еще и здесь... Такое есть замшевое напыление, ну, супер просто. Вот капюшон, обратите внимание, снабжен затягивающимся шнурком. И, собственно, он регулирует и форму, и объем. Цвет, я в восторге от цвета, вот действительно весенний цвет. Хочется сразу же избавиться от темных красок в своем гардеробе и вот надеть такие яркие цвета. Далее поговорим еще и о брюках, которые ты сегодня выбираешь. Это также Puma. Слушай, они такие легкие, они такие комфортные. Это тоже Puma в прямом крое здесь. Посмотрите, слегка зауженные к низу. И здесь нет манжета. Да? То есть это тоже очень хорошо. Карманы. Такой материал очень приятный. Ну, конечно, высокая эффективность вот у этого, вот у этой ткани. Тот случай, когда высокий стиль, да, объединяется с высокой эффективностью. Все в этих супер-брюках. Здесь, кстати, опять-таки переработанный полиэстер. Мы говорим о том, что как раз все спортивные бренды сейчас у нас за экологию. Сумка вообще, как ты относишься вот к таким сумкам на бедро? Нравится мне тебе? Удобно, что можешь все брать с собой, чтобы не было по карманам. То есть ты сюда можешь положить и телефон, и какие-то документы, да, и она всегда при тебе, она всегда впереди, можешь сбоку ее надеть. Кстати, посмотрите, здесь также можно зафиксировать, да, ту сумочку по вашей, как раз-таки по вашим объемам. Ну что ж, так, обратите внимание, что скидки у нас действуют этот час и последующий, поэтому заходите, пишите в наш час, в наш чат, интересующие вас вопросы. Я надеюсь, что у вас отличное настроение, потому что весна пришла, и все мы хотим немного спорта в свою жизнь добавить. Так, отпускаем Виктора. Отпускаем Виктора, и вот у нас прекрасная Кира. Кира, какая у тебя, во-первых, фигура? А за счет этого костюма еще круче, ну просто супер смотрится. Это пятый элемент, реально. Реально пятый элемент. Так, обратите внимание, здесь у нас леггинсы, да, всегда вот они идут вот с таким, да, а-ля лампасом на удлинение ноги, очень красиво смотрятся. Ну и, во-первых, здесь еще и сочетание цвета, розовый с небольшим таким персиковым цветом. Как ты себя чувствуешь вообще в этом костюме? Он как будто вторая кожа. Очень подтянуто. Очень подтянуто, да, потому что здесь у нас прекрасная, конечно, текстура ткани, да, вот такой вот рубчик. И что мне нравится, то, что вот они как вот сели на тебе идеально, и, собственно, так и смотрятся. Ну что ж, это костюм и для фитнеса, да, для любого вида спорта, легкий, комфортный, не сковывает движение. Вот давай присядь, вот, ну да, собственно, ты делаешь разнообразные движения. Очень мягкая ткань, которая нам дает дополнительный комфорт при носке. И, что самое главное, мы же все-таки, друзья, говорим с вами про спортивную одежду. Лишняя влага во время тренировок уходит, это самое главное. Идеально смотрится, соглашусь с вами.
достоинство фигуры точно подчеркнет. И, конечно, верх. Верх этого спортивного костюма, вот такой вот, такая приятная, даже я не могу ее назвать, конечно, кофтой, да, такой топ с удлиненным рукавом. Здорово, что здесь еще и полностью молния. О, вот это, да, эта история очень хорошая, да, то есть если вы в фитнесе там занимаетесь еще и берете какие-то гантели в руки, да, то есть это дополнительная защита ваших ладоней, да, и влагу еще впитывает, это здорово. Ну, конечно, цвет просто великолепный, друзья. Так, что тут у нас? А вот просит Александр, пусть модель еще поприседает. Ну вот понравилось ты Александру, поприседай. Напоминает, конечно, да, такой по цвету горнолыжный костюм, но, друзья, он вживую, вы увидите, что он очень крутой, потому что здесь разнообразный материал, здесь вот рубчик, здесь полосочка, и сам цвет очень красивый. Вот фитнес, да, Максим, фитнес-зал, то, что надо. Ну что ж, мы посмотрим, что вы нам здесь пишете. Кира, молодец, ты спортсменка, комсомолка, красавица. Давай-ка иди переодеваться. Если вы, дорогие наши, хотите увидеть в каких-то других образах наших моделей, пожалуйста, пишите, мы исполним любое ваше желание. Диляру встречаем. Сегодня у нас эфир посвящен спортивной моде. И знаете, вот этот спорт, мы еще и внедряем в массы, потому что просто супер предложение сейчас на Диляре. Давайте посмотрим, что ты выбираешь сегодня, какую ты красивую выбираешь туничного вида, да, возможно, это, ну как, возможно, это блуза такая, да. А, тебе сумка понравилась? Сумка понравилась. Так, здесь кармашек, здесь кармашек. Вот что для девочки нужно? 1000 кармашков, чтобы все свои секретики, все свои делишки спрятать. Но еще и в таком насыщенном, да, салатовом оттенке, супер просто, на контрасте с черным, великолепно. Кроссбоди такая сумочка. Кстати, кроссбоди мы и как через плечо надеваем, и на бедра можно, да, на талию, на бедра, как зафиксируете. Двойной здесь замок, давай, Диляр, покажем, да, что... Вот, например, мы открываем, а вот этой, вот этим, да, вот этим закрываем язычком. Ну что ж, прекрасное предложение. Слушай, у тебя вообще такой супер стильный образ. Мне нравится верх твоего образа. Давай снимем сумку и покажем вот эту великолепную футболку. Давай через ноги снимаем. Ну а как? Мы ничего, мы в первом классе учимся. У нас еще 10 лет обучения впереди. Мы научимся всему. Давай покажем вот эту крутую футболку. Вы посмотрите, какой здесь великолепный дизайн. Ну, то, что она белая, да, это говорит о том, что невероятно, конечно, стильная. И здесь интересна очень конструкция вот этой модели, да, впереди мы видим с вами вот этот акцент, да, такой вот вывес, при этом он еще и, давай покажем, он ведь все-таки еще и кулиской фиксируется, ничего себе, супер, давай сюда мне эту сумочку, покажи, вот завяжи, пожалуйста, здесь что-то, она же ведь может по-всякому носиться, да. Вот такая укороченная присборенная деталь с фиксацией, да, смотрите, очень красиво смотрится. А еще здесь удлиненная спинка, и это просто супер. Я таких футболок действительно не видела, впервые такой вижу, мне очень нравится. Но любой девочке понравится, обратите внимание, смотрите размеры подходящие. А мы идем далее. Вот скажите, вообще напишите нам в целом образ у Диляры сейчас просто... супер, просто супер. Итак, моделька стильная, да, цена космос. Далее мы идем и рассматриваем на Диляре брюки. Тоже необычный здесь фасон. Во-первых, здесь футер. Это очень удобная для детской кожи ткань, как мы все с вами знаем, да, такой трикотаж. И в весенне-летней коллекции эти брюки будут идеальны на вашей девочке, на вашей дочке, возможно, внучке, племяннице, крестнице. Итак, посмотрите, здесь брюки немного расклешены, вообще очень удобная модель, и оригинальными их делает как раз таки вот эти подвороты, да, ну не подвороты, а вот как скажем так, не острые углы, а скругленные, и обязательно лампаз, да, чтобы показать, да, я супермодная девчонка, покажи лампаз, покажи,
Вот она, эта круглая линия, да, с разных сторон. И вот, вот он, невероятный, стильный, прикольный лампаса с таким вот шрифтовым наполнением. Ну а как ты относишься вообще к белым кроссовкам? Любишь белые кроссовки? Любишь белые кроссовки, ведь белые кроссовки — это классика, мы можем и со спорт, да, спортивными какими-то вещами надевать, и даже с платьем, потому что они действительно здорово смотрятся. Здесь у нас, давай чуть-чуть поднимем брючки, да, покажем, как работает у нас, да, тут, ну, все просто, классические такие кроссовки. Вот тебе что понравилось, да, вот эти вставочки космические, очень красиво смотрятся, ну и широкая подошва, ультрамодно, в лужу наступит, не промокнет. Так, вот для пацанов ничего, да, у нас, ну как для пацанов ничего, у нас Виктор, пожалуйста, появился, посмотрите, какой красивый молодой человек, это ж просто обалдеть можно, еще и что не наденет, все идет, вот как говорится, да. Так, кроссбоди я убираю, давайте посмотрим, что же у нас сегодня выбирает Виктор. Вот такой костюм. Я сразу обращаю внимание на брюки. А ты их чуть-чуть опустил на бедра или как? Нет, ты? Это вот как раз-таки сейчас супермодный стиль, да, немного галифе и чуть-чуть заужение как раз-таки, да, к щиколотке. Очень смотрится здорово. Опять напомню, что вот как раз-таки все оттенки серого сейчас самый популярный у нас цвет. По версии института цвета Pantone. Ну, конечно, давайте посмотрим, что вы можете как раз-таки сразу заказать к этим брюкам. Да, это идеальный как раз-таки свитшот, спортивный костюм от Adidas. Я напомню, что все вещи, выполняемые Adidas, сделаны из перерабатываемых волокон, которые, собственно, еще и... собственно, вот находят, да, у прибрежных зон океана и перерабатывают вот в такой материал, спасают еще и экологию от загрязнения. Так, ну что ж, поговорим далее, что тут у нас, цена костюма нормальная, да. Ну, вы знаете, мотня болтается, что? Я бы не сказала, что тут что-то болтается, здесь все очень и очень... смотрится хорошо, ну нет такой мотни, как вот, знаете, по колено, нет. Посмотрите, какое прикольное сочетание, темно-серый и вот такой вот, да, меланжевый цвет, идеально смотрится. Ну что ж, спортивный костюм от Adidas сегодня с очень хорошей скидкой, 4551 рубль, и это вот как раз-таки за целиковый костюм. Мне нравится как раз-таки, что... у нас верх, да, полностью расстегивается, то есть выбирайте футболку, например, если вы начинали смотреть наш эфир с самого начала, вспомните вот ту оранжевую классную футболку, она сюда просто идеально на контрасте подойдет, глубокие карманы, идеальное качество, посмотрите, какое качество, просто супер, как ты себя сам-то чувствуешь в этом костюме? Штаны, брюки, я согласна с тобой, вот благодаря вот этому крою, очень мне нравится, действительно, посадка идеальная. Так, здесь у нас еще и имеется капюшон с кулиской, все это фиксируется. Ну и, конечно, ультрамодный трендовый рюкзак в оттенках хаки, мужские цвета. Я, кстати, тоже в свой гардероб немного добавила хаки. Давай покажем, здесь вместимость тоже колоссальная, да, здесь тоже 1001 вариант, что можно убрать. Много карманов, кстати, а вот здесь вот что? А, вот здесь такой потайной, да, карманчик. Так, ну вот спрашивают, вы пара в жизни? Вот это просто, друзья, просто вот остается это секретом, друзья. Да, ну что ж, суперское предложение, Adidas опять-таки, да, мы за экологию всей страной. Отпускаем тебя, смотрим, что выбирает Кира. Кира, я так думаю, что в этом костюме ты собралась в танцевальную школу. Ты вообще танцуешь? Любишь танцевать? Да. Какими танцами? О, ничего себе! Ну вот согласитесь, да, вот такие брюки просто
очень модные. Это не только, знаете, брюки для спорта, это и для жизни. В таких брюках у нас и в танцевальную школу ходят, на какие-то тренировки. У меня есть знакомый диджей, она вообще в таких брюках такого кроя вообще работает. По вечерам ставит музыку в различных клубах, ресторанах. Ну и, конечно, цвет. Вот, кстати, по поводу цвета. Заходите в ячейку, собственно, да, этого товара, и вы можете посмотреть различные цвета, которые есть в наличии, и, собственно, которые еще у нас остаются, да. Но мне очень нравится вот этот безумный сиреневый цвет, он очень ярко смотрится. Давай расскажем, что здесь у нас широкий пояс, смотрите, широкий пояс, и кулиска. Вы всегда можете приспустить на бедра, да, и чуть повыше поднять. Ну, кто как носит. Вот действительно, кто как носит. Очень свободная форма. Далее у нас здесь небольшая резиночка, также поддерживающая форму. Красивый цвет. Невероятно красивый, такой весенний, освежающий. Но если нравится, заказывайте. Да, у Киры костюм хороший. Согласна с вами, Александр. Цвет просто бомбический. Далее давай посмотрим худи. Худи немного укорочены. Кстати, вот этот худи вы можете носить не только с этими брюками. Выбирайте джинсы, например, с высокой посадкой, тоже будут идеально. Выбирайте брюки из эко-кожи, тоже будет хорошо. Да? Главное, чтобы была высокая посадка, идеально, возможно, будет какая-то юбка. Ну что ж, здесь свободный такой крой у худи, цвет великолепный. А посмотрите, какой низ, как он красиво, стильно, современно обработан, просто супер. Далее. Конечно же, это у нас невероятный капюшон, который также мы можем зафиксировать, да, то есть кулиска здесь у нас рабочая, ну и, конечно, белый с сиреневым на контрасте супер смотрится, мне очень нравится. Как тебе? Чувствую себя как в черничной ночи. Черничной ночи, ну, хочется уже такой хип-хоп станцевать, потому что все, насиделись мы в 2020 году, в 2021 мы танцуем. Вот, кстати, кто ходит в танцевальную школу, расскажите нам, нам очень интересно, чем вы увлекаетесь. Цвет костюма шикарный, да, Вероника, соглашусь с вами, вообще огонь, друзья, заказывайте. Так, тут, значит, у нас споры идут с Александром, ну, хорошо. Берите два, да, вот поступают такие предложения, вообще можно, наверное, несколько цветов взять, если вот там есть еще и цвета, и если есть еще и ваш размер, все, супер. Ну что ж, Диляра тут у нас уже на контрасте с Кирой. Так, обратите внимание, что вот этот костюм не только для девочки, этот костюм вы также можете и выбрать для своего мальчика, поэтому кто хотел такую, да, коллекцию для мальчишек, пожалуйста, обратите внимание вот на такой, скажем, унисекс, да, и для девчонок, и для мальчишек, хороший вот этот цвет, изумрудный, такой глубокий, ну, конечно, на контрасте, надпись, все суперско смотрится. Ну что ж, рассмотрим поближе, да, давай поднимем с тобой кофточку, да, и покажем брючки с лампасом белым, идеально. Также посмотрите, здесь манжет, вы можете взять даже чуть-чуть на размер побольше, и всегда манжет будет держать форму. Карманы, расскажи, что ты в эти карманы положишь? Конфетку какую-нибудь, да? Конфетку, конечно. Так, далее давай посмотрим. Ну что ж, тут одни танцоры собрались, да, и у парня, и у девочки хорошие костюмчики, они классные. Покажите кроссовки детские. Александра, а какие вот вы хотите посмотреть? У нас есть всякие. Вот посмотрите, беленькие, да? Это те же, да, ты их еще не снимала. Здесь у нас никаких шнурков, здесь резинка. То есть ваш ребеночек их надевает, вот так фиксирует липучкой. Все прекрасно смотрится. Давай покажем еще, какие у нас детские есть кроссовки. Вот смотрите, вот эти очень оригинальные, да, с таким фиксирующим элементом. То есть вы закручиваете, получается, фиксируете на ножке, раскручиваете, да, вот этот шарик, и уже можете снимать. Здесь супер предложение. Мне очень понравились эти кроссовки, потому что здесь съемная стелька. Всегда вы можете... собственно, ее привести в порядок. Самое главное то, что они сверкают при каждом шаге, это тоже немаленький плюс. Дети любят яркие
эффектные такие мелочи. Ну и текстиль. Текстиль с люрексом в оттенках, опять-таки серого, очень модный цвет. Как тебе в этом костюме? Комфортно? Здесь же еще у тебя и капюшон. Ох, давай продемонстрируем капюшон. Вот так, вот такая вот модная, но сразу хочу сказать, этот костюм выбирают не только девчонки, этот костюм выбирают еще и мальчишки. Все, уже побежала переодеваться. Так, привет, привет, хорошо, что вы к нам присоединяетесь. Сумки поясные покажите еще, пожалуйста. Вот у нас есть такая, да, сумка от Puma. И еще одна как раз-таки у Виктора. Здесь уже такой, да, как будто плащевый материал, такая как будто бы стеганая, очень стильная, посмотрите. Тебе какая больше нравится? Я даже, честно говоря, растерялась. Они и по цвету идеальны под твой образ, что да, одна, что другая, да. А я смотрю, ты любишь вот такие кроссбоди носить через плечо, да? Ну, так удобнее. Так удобнее, да, и в метро, и везде. Так, 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 Кира скоро выйдет, Кира скоро выйдет, это здорово. А мы поговорим как раз-таки вот об этой сумочке. Давай посмотрим ее подробнее, ты расстегни, покажи, что там. Да, здесь еще есть и различные отделы, то есть все, все сюда уместится, поместится идеально. Ну что ж, о, кроссовки какие! Да, просто очень они. Во-первых, для тех, кто не любит очень толстую подошву, смотрится элегантнее, согласись, элегантнее, ножку подчеркивает. Ну, ты еще по-модному так зафиксировал. А такой, знаете, не чисто белый цвет, а немного в молочный уходит, что, конечно, очень здорово смотрится. Ну что ж, снова у нас супер предложение, вот эти брюки, легкие очень брюки. И еще и ветровка. Поговорим об этой ветровке подробнее. Ты покажи ей вблизи. Так, 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 так. Во-первых, очень яркий цвет. Это, конечно, говорит о том, что она привлекает внимание. Далее, давайте посмотрим, что эта ветровка годится, собственно, на любой сезон. Давай посмотрим, а что там у нас? Да, она вот такая легкая. Угу, как плащ идет. Здесь тоже какие-то карманы можно... все убрать. Далее здесь у нас вот как раз таки Adidas. Смотрите, вот, вот эта ткань, говорящая о том, что в этой ветровке не будет жарко, да, не будет влага здесь образовываться. Ну и, конечно, Adidas, мы все за экологию, мы все за качественные вещи и сохранение нашей природы в целом. Так, друзья, где ссылки на детские вещи? Вот посмотрите, у нас 61 товар, да, и все все эти товары представлены, да, вот сейчас, например, мы говорим о ветровке. Давайте посмотрим, да, вот, например, вот он, 61 товар. Вы нажимаете на него, и все товары нашего эфира, которые сегодня представлены, вы уже видите со скидками. Они действуют, эти скидки, в этом часе и в следующем. Вот, пожалуйста, да, вы, например, выбираете бейсболку, обязательно забирайте бейсболку по такой цене, это очень классно, тем более в сером цвете, смотрите. В корзину добавляете, и у вас уже, ну, автоматическая скидка. Все очень просто, пишите нам, если что-то непонятно. Ну да, такая тонкая ветровка, знаете, ну, на теплую весну, на холодные вечера летние, ну, идеальная, да, тем более такого цвета красиво. Ну что ж, вот они, девчонки. Кир, тебя тут ждут с нетерпением. Давайте посмотрим на девочек наших. Ой, Дилярочка, какой у тебя красивый плащ. Я так подозреваю, что это плащ оверсайз. Посмотрите, серебристый, так и хочется сказать, назад в будущее мы отправляемся с Дилярой. Здесь две кулиски. Одна на талии фиксируется, да, от ветра, и одна внизу этого плаща также вы можете зафиксировать. Но посмотрите, молния не до конца, чтобы девочке было удобно ходить. Очень красивая, такая стильная, еще и карманы ведь есть, да? Так, ну давай посмотрим, у нас еще и капюшон здесь для вас, давай продемонстрируем, вот такой космический у тебя образ. Ну что ж, здорово, вот напишите, как вам, кстати, дорогие наши, как вам вот этот детский образ, именно вот этот плащ, мне кажется, он впечатляет, такой красивый, необычный, да, потому что здесь серебро такое яркое, эффектное, еще и с черной молнией, с черными кулисками на контрасте. Так, так, так,
Давайте вернемся теперь к образу Киры. Спасибо, Дилярочка. Ох, ну у тебя леггинсы. Леггинсы от Adidas, у тебя прикольная такая толстовочка, при этом я думаю, что в этой толстовочке ты не только будешь заниматься спортом, но и, конечно, еще в повседневных таких спортлуках выгуливать. Давай разбираться. Так, ну что ж, леггинсы начинаем, или давай с худи начнем. Давай начнем с худи. Худи нежнейшего розового цвета, приятного качества. Ну и, конечно, смотрите, здесь такой двойной рукав, да, как будто вот нашит еще. То есть идут такие полоски у нас вертикальные, да, переходящие уже в такой манжет. Очень красиво смотрится. Действительно модная коллекция такой 21 года. Далее давайте посмотрим на леггинсы, которые и по цвету идеальны к этой толстовке, да, и, собственно, сами по себе очень классные. Слушай, присядь. Хочется задать тебе вопрос. Не давят ли вот эти, да, вот эта часть леггинсов тебе? Нет. Как раз-таки. Не чувствуешь ты дискомфорта, да? Посмотрите, действительно, очень здорово, очень красивые такие оттенки розовый, серый, голубой. Смотрится просто великолепно. Так, а они у тебя полной длины, я имею в виду по длине, да. И здесь, опять-таки, да, вот такой вот пояс сразу же держит. Мне как ощущение, что здесь еще есть такой эффект пуш-ап, да. Где нужно, подтянули зону бедер, да, зону ягодиц подтянули, но при этом не сдавили мышцы. Вот это важно. Так, зачем тогда демонстрируете детские вещи? Юля, а в чем проблема? У нас есть детские товары в списке, посмотрите внимательнее, не может такого быть. Все, что в этом часе мы показываем, все заявлено вот в этом списке товаров, 61 товар. Так, да, классные были мужские шорты, хаки, это действительно прикольно, удобно, как раз-таки для лета. Спасибо большое, ведущий огонь, ну, спасибо большое. Так, ребят, ну, давайте покажите какие-нибудь спортивные движения, мы же верим в героев спорта, да? Как тебе, Кир, удобно в этих леггинсах? Ведь все-таки леггинсы играют такую главную роль в подборе как раз-таки спортивной одежды. Главное, чтобы они еще и эстетически нам нравились, но при этом более главный должен быть фактор то, что они комфортные, не давят. Жарко тебе в них? Все-таки у нас тут софитов очень много. Нет, они, в принципе, не сковывают движение, очень удобно. Ну вот смотрите, Юлия вот Козлова не может найти детские товары. Вот как раз-таки сейчас вам показываются вот брюки, да, которые Диляра наша демонстрировала. До брюк была просто бомбическая футболка, разноплановая такая, с удлиненной спинкой и укороченным передом. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Вот как раз-таки и свитшот предлагала Диляра, очень такой контрастный, и плащ был. Поэтому будьте внимательны, посмотрите, пожалуйста, ну, будем отвечать на ваши вопросы. Да, Света, прикольно, когда спортивные вещи такие яркие, даже спортом захотелось заняться. Даже мне, ленивой девушке, захотелось очень заняться спортом. Так, ну что ж, мы смотрим то, что нам нравится. Не забывайте добавлять в корзину, заказывать, потому что у нас, возможно, на какие-то товары уже с размерами. Бывает так, что уже размерчики заканчиваются, или по цветовой палитре бывают какие-то ограничения. Так, плаща детского нет, ну уточняйте, пожалуйста. Что ж, поговорим еще о леггинсах. Вот, например, эти леггинсы ведь хорошо и для йоги, да, для какой-то растяжки, потому что здесь швы вообще не впиваются, и это очень здорово. И то, что сидят эти леггинсы как вторая кожа, просто великолепно. Знаете, я на что обращаю всегда внимание, это вот когда мы приседаем, делаем какие-то приседы, да, вот здесь, чтобы никакой боли не доставляли леггинсы, да, дискомфорта, здесь нет. Здесь вот этого нет, потому что действительно очень хороший материал, профессиональный от Adidas. Ну что ж, рассмотрим еще образ Виктора. Кира получает у нас комплименты в таком роскошном образе. Ты пойдешь переодеваться или как у нас обстоят дела?
Пока посмотрим, еще говорят о том, чтобы мы сумочки с тобой показали. Давайте посмотрим. Вот, кстати, кто спрашивал еще про детскую коллекцию, вот у нас кроссовки, которые стали супер бестселлером. Здесь очень прикольный фиксатор, знаете, закручивается, фиксируем по ножке, раскручивается, также свободно снимается. Вот эти детские кроссовки. Здесь съемная стелька, здесь ткань, посмотрите, с люрексом в оттенках сирени, в оттенках серого, очень хорошо смотрится с розовым. Ну, конечно, на липучке все это у нас фиксируется. И вот они, сумки, про которые сейчас у нас спрашивают, они идут очень по хорошим ценам. Смотрите, цвета выбирайте на вкус и цвет, кто-то сейчас выберет серый, правильно? Потому что серый сейчас очень моден. В 2021 году по версии Института цвета Pantone не устану об этом повторять, потому что все мы хотим быть в тренде. Вот и плащ появился, да-да-да. Покажите еще раз детский рюкзак. Да, показываем, у нас их два. Вот посмотрите, здесь рюкзак с королевскими у нас атрибутами, да. Это очень красиво для вашей принцессы. И здесь идет градиент цвета от розового к голубому. И вот как раз-таки на Диляре еще один рюкзачок. Супер модное предложение. Здесь тоже такие приятные цвета. И бирюза, и сиреневый, и розовый. Вот такая вот диснеевская история. Также от Adidas. Да, что еще ты сегодня выбираешь? Другие детские кроссовки с фонариками. Другие детские кроссовки с фонариками есть. Будьте внимательны, смотрите. А Диляра у нас выбирает еще одни кроссовки. Давайте на них посмотрим. Рассмотрим. Вот чем они тебе понравились? Почему ты решила их надеть? Вот. Вот он цвет фуксия, на который так вообще работает детское внимание. Это действительно здорово. Вот смотрите. Так вот, ребенку купили, кроссовки подарили, ну, можно сказать, что час покоя получили, будет рассматривать. Вот мне сейчас все даже кивнули и улыбнулись. Действительно, здесь очень хорошая текстура, да, здесь ткань такая в рубчик у нас очень красивая, да, здесь. Смотри, сколько цветов разных. Давай посмотрим, как они у тебя фиксируются на ножке. Ну, здесь традиционно резинка. Что я заметила, да, в детских кроссовках очень удобно. Вот у меня нет детей, но я теперь понимаю, как удобно вот такие вот резинки и, фиксаторы, да, чтобы не шнуровать взрослым, да, экономить время. Все сейчас комфортно для детей, все сейчас так здорово. Ну, нравится тебе этот цвет? Так, скажешь маме: мама, мне нравится этот цвет. Кроссовки вот такие я очень и очень хочу. Так, ну что же, ты повторяешь первый образ начала нашего эфира, роскошный такой образ, свободный у тебя худи, толстовочка такая, да, оверсайз беленького цвета, и очень удобные брючки, которые здесь у нас внизу около щиколотки на резинке. Смотрите, обратите внимание, что эти брюки Диляре по размеру, просто у них уже изначально вот такой вот крой, укороченный немного, да, очень красиво смотрится. Ну что ж, Дилярочка, пока мы тебя отпускаем, и встречайте роскошную Киру, которая сегодня просто в бомбическом костюме, и вы сегодня его можете приобрести, вот эти супер леггинсы. Во-первых, посмотрите, как они сели по ножке. Слушай, у тебя и так ровные ноги, а смотрится ультра ровными ногами. Просто, знаешь, вот сейчас завидую, стою в сторонке таким ножкам, в таких красивых леггинсах. Так, лонгслив и леггинсы. Вот посмотрите, здесь у нас сочетание цвета очень красивое. Зеленый, салатовый такой, да, вот еще в лимонных оттенках. И с черным красиво очень смотрится. Далее. Вот такой пояс, он всегда работает на удлинение наших ножек, да, на корректировку фигуры. 2-3 сантиметра минус на талии, это точно. Ну и, конечно, можно подчеркнуть еще этими леггинсами вот такую роскошную талию. Да, 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 можно еще и сделать талию. Так, поговорим про лонгслив. Ну, красиво. Вот сразу хочется пойти в спортзал и начать уже пресс качать, да, или дома под какой-нибудь сериал, или, например, под прямые эфиры Озона.
Ну, смотрите, ярко, красиво, эффектно, супер просто смотрится. Сегодня вообще такая скидка 1444 всего лишь рубля. И это здорово. Так, давайте почитаем, что у нас тут пишут. Ого, какой костюмчик, да. Движуха у нас здесь действительно нереальная. Присядь-ка вот опять к вопросу о том, да, когда подбираем удобные леггинсы или тайцы, не впиваются ли нам ткань в ноги, да, вот в коленную часть. Нет, не впиваются, это очень хорошо. Никакого дискомфорта, не просвечивают абсолютно, я вообще не вижу белья, ничего себе, да не так вообще надо снимать, то надо на мое, наверное, место встать. Супер предложение, друзья, забирайте этот костюм для себя, будьте стильными, красивыми, модными, спортивными. Этот год нам дает такую возможность заниматься спортом, не только дома, не только в фитнесе, в спортзале, но и на открытом воздухе. Представляете, такие образы. Пойдем на природу, в парк, создадим движуху, получим удовольствие эстетическое, еще и полезное. Ну что ж, дорогие наши, спасибо большое, что этот час вы провели с платформой Озон. Не забывайте, что сейчас действуют скидки еще последующий час. Мы благодарим наших красавцев-моделей. Я представляю Кирочку, Виктора и Диляру. Небольшие молодцы, они создавали для вас образы. Меня зовут Алиса, я очень была рада общению с вами. И пока-пока, до встречи.